В Москве начинает работу съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие делегации единороссов Чувашии. Среди них учителя, врачи, работники предприятий, деятели культуры. Перед отъездом они рассказали о своих ожиданиях. Во-первых, на съезде все делегаты должны будут избрать нового секретаря Генерального совета партии. Это очень важный ответственный шаг. Во-вторых, мы ждем перезагрузки, модернизации партийных проектов, которые себя уже хорошо зарекомендовали, но их эффективность надо повышать. Ну и в конце концов, съезд – это большое дружное мероприятие с большими сильными эмоциями, когда ты можешь почувствовать себя частью великой, сильной, единой страны. Мы хотим поучаствовать в этом процессе, принять для себя все самое лучшее и с этими новыми идеями, с новыми установками работать здесь на благо Чувашии, на благо Российской Федерации. Пообщаться и принять по всем партийным проектам решения по следующему году о их перспективах.